Здравствуйте, уважаемые рукодельницы. Предлагаю вашему вниманию ажурный узор. Изнаночная сторона. Расчет петель. Количество петель кратно 18 плюс 2 кромочные. Для образца 20 петель. Раппорт большой, 24 ряда. Изменение рисунка происходит с лицевой и с изнаночной стороны. Но раппорт несложный. Там много повторяющихся элементов. Первый ряд. Кромочная, одна изнаночная. Накид. Накиды прямые с лицевой стороны. Две вместе. Две лицевые. Накид. Две вместе за задние стенки. Две изнаночные. Накид. Три лицевые. Две вместе за задние стенки. Лицевой. Три лицевые. Одна изнаночная и кромочная. Второй ряд с изнаночной стороны. Кромочная. Одна лицевая. Далее. Две изнаночные. Две вместе изнаночной перекидом. Таким образом, первую провязываем изнаночную. Далее на левую спицу ее переносим. Вторую петлю перебрасываем через первую провязанную. Три изнаночные. Накид с изнаночной стороны, накиды обратные, так снизу. Изнаночная. Две лицевые, две изнаночные, накид, две вместе изнаночной за передние стенки, две изнаночные, одна лицевая, кромочная. Третий ряд. Кромочная, изнаночная. Накид, две вместе за задние стенки. Это лицевая сторона, поэтому две вместе все провязываем лицевой. Я не всегда это говорю. Две лицевые. Накид, две вместе за задние стенки. Две изнаночные. Две лицевые. Накид, прямой с лицевой стороны. Три лицевые. Две вместе за задние стенки. Лицевая, изнаночная и кромочная. Четвертый ряд. Кромочная, лицевая. Две вместе изнаночной перекидом. Первую провязываем, переносим на левую спицу. Вторую петлю перебрасываем через первую. Вот так у нас с изнаночной стороны дорожка. Далее три изнаночные. Накид, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид обратный, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, лицевая, кромочная. Мы провязали 4 ряда, сейчас следующие 4 ряда будут точно такие же. Пятый ряд. Кромочная, изнаночная, накид, две вместе за задние стенки, две лицевые, накид, две вместе за задние стенки, две изнаночные, накид, три лицевые, две вместе за задние стенки, три лицевые, изнаночная и кромочная. Шестой ряд. Кромочная. Одна лицевая. Две изнаночные. Две вместе изнаночные перекидом. Я здесь уже подробно не буду говорить. Три изнаночные. Накид обратный. Изнаночная. Две лицевые.
2 изнаночные, накид, 2 изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, лицевая, кромочная. Седьмой ряд кромочная, 1 изнаночная, накид, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые, накид, 2 вместе за задние стенки, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе за задние стенки, 1 лицевая, 1 изнаночная и кромочная. Восьмой ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной перекидом, 3 изнаночные, накид обратный, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе за передние стенки изнаночной, 2 изнаночные, лицевая, кромочная. Следующие 4 ряда раппорт точно такие же. Девятый ряд. Кромочная, изнаночная, накид, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые, накид, 2 вместе за задние стенки, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, 2 вместе за задние стенки, 3 лицевые, изнаночная, кромочная. Десятый ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные перекидом, 3 изнаночные, накид, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид обратный, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные, лицевая, кромочная. 11 ряд. Кромочная, изнаночная, накид, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые, накид, 2 вместе за задние стенки, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе за задние стенки, лицевой, лицевая, изнаночная и кромочная. 12 ряд. Кромочная, лицевая, 2 вместе изнаночной перекидом, 3 изнаночные, накид, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 изнаночные за передние стенки, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, лицевая, кромочная. В следующей партии рядов у нас эти дорожки меняются местами. Но изнаночные дорожки по бокам остаются на месте. 13 ряд. 1 кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе перекидом. Первую провязываем, вторую петлю разворачиваем за заднюю стенку, обратно на левую спицу и теперь вторую петлю перебрасываем через первую. 3 лицевые, накид, теперь 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые, изнаночная, кромочная.
14 ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, одна изнаночная, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, лицевая, кромочная. 15 ряд. Кромочная, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой перекидом с наклоном вправо. Если кому так понятнее, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе, 2 лицевые, изнаночная и кромочная. 16 ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, обратный, 2 изнаночные вместе, 2 изнаночные, накид, 2 изнаночные вместе, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 1 лицевая, 1 кромочная. 17 ряд. Кромочная, изнаночная, 3 лицевые, две вместе перекидом, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе, 2 лицевые, изнаночная, кромочная. 18 ряд. Кромочная, лицевая, накид, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные, лицевая, кромочная. 19 ряд. Кромочная, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе перекидом, лицевые, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе, 2 лицевые, изнаночная и кромочная. 20 ряд. Кромочная, лицевая, накид, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные, накид, обратный, 2 вместе изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, 3 изнаночные, с изнаночной стороны накиды обратные, 2 вместе изнаночные, лицевая и кромочная. 4 рядов соответствует предыдущим 4 рядам. 21 ряд. Кромочная, изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе перекидом, 3 лицевые, накид,
2 изнаночные. С лицевой стороны накиды все прямые. 2 лицевые. Накид. 2 вместе за задние стенки. 2 лицевые. Изнаночная и кромочная. 22 ряд. Кромочная. Лицевая. Накид. 2 вместе изнаночные. 2 изнаночные. Накид. 2 вместе изнаночные. 2 лицевые. 1 изнаночная. Накид. 3 изнаночные. 2 вместе изнаночные. 2 изнаночные. 1 лицевая. Кромочная. 23 ряд. Кромочная. 1 изнаночная. 1 лицевая. 2 вместе перекидом. 3 лицевые. Накид. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. Накид. 2 вместе. 2 лицевые. Изнаночная и кромочная. И последний ряд рапорта. 24. Кромочная. Лицевая. Накид. 2 вместе изнаночные. 2 изнаночные. Накид. 2 вместе изнаночные. 2 лицевые. 3 изнаночные. Накид. 3 изнаночные. 2 вместе изнаночные за передние стенки. Лицевая и кромочная. Вот мы и провязали рапорт. 24 ряда. Надеюсь, все было понятно. До новых встреч!